Когда вы приходите в зал настольного тенниса, попадаете в атмосферу совместного творчества. Все тут друг друга учат новым приемам, помогают освоить хитрые удары. Проще говоря, готовятся показать свою игру. Федор Иванов занимается теннисом больше 10 лет. Может дать мастер-класс. Ракетку не обязательно держать. Можете и так, и так. Главное, чтобы он вот ударился. Неважно, просто берете, бьете по мячу. Это надо подкрутить его конкретно, чтобы он там закрутился и получилась красота. Ну, у меня тоже такие бывают, но редко вообще. Я вижу, как соперники играют, я вижу их слабые стороны. Надеюсь, учту их ошибки. Мяч летит так быстро, что уследить за ним подчас невозможно, но можно предугадать его траекторию. Нужно и думать одновременно, и смотреть на соперника. И иногда бывает скорость сумасшедшая, нужно реагировать. Реакция хорошая нужна. Интерес в том, что заставить соперника бегать в один другой угол. И нужно думать, развивать мышление. У всех разная тактика, хотя ребята играют в паре и должны понимать друг друга с полуслова. Но главное – освоить технику. В эту игру можно играть везде, где есть теннисные столы. Тут главное – попасть по мячу. И кажется, это так просто, но не всегда удается. Да, настольный теннис – это скорее игра ума, эмоций и критического к себе отношения. Это всегда пригодится. В настольном теннисе не нужно хорошую физическую подготовку, не нужно быстро бегать, далеко прыгать или хорошо бить по мячу, да, по футбольному. А здесь нужна ловкость, тактика игры, смекалка и хорошая координация. Конечно, самые популярные виды спорта для мальчишек – это футбол и хоккей. Теннис для поддержания формы. Но кто-то открывает настольный теннис для себя всерьез. А тем детям, которым очень понравится заниматься в настольный теннис, или их эта игра очень увлечет, мы их сориентируем в секции, которые могут находиться либо в спортивных школах, либо в обычных общеобразовательных школах. Хочется надеяться, что 8-й этап детской летней спартакиады по теннису откроет своих теннисных звездочек. Уж больно интересна эта игра. Сергей Берзин, Константин Бондаренко, Первый Мытищинский.